Ну что, сегодня не будет заката. У нас резко похолодало, прямо очень резко. Если вот в обед я снимала, было комфортно, то сейчас прямо чувствуется холод. Вот это вдалеке я вам показываю море. Сегодня я вам уже его показывала, и было четко видно на солнышке, как оно блестит. Сейчас уже кажется, что это просто дымка, но поверьте, это море, прекрасное наше море. Ай, город, знаете, так обнесло тучами, тучами. Наверное, опять у нас дождь. В общем, один день мы всего без дождя пожили. Вон, видишь, там вот уже синим все заволокло. Вот там сейчас еще с той стороны обойдем, посмотрим. Как видим, движение все у нас еще продолжается. Людей по улице ходит мало. Ну, в нашем районе в масках очень много, продуктов хватает, все у нас хорошо. Ну, вот с этой стороны обошла, не знаю, хуже видно. В общем, как и обещала, буду вас радовать морем. Столько, сколько могу, друзья, шума морского прибоя. Странно как-то, странное чувство меня посещает, когда ты сидишь дома. Я выхожу на улицу, это чувство исчезает. А дети и бабушка, например, у нас вообще не может понять, что происходит, почему нельзя выходить. Это очень трудно объяснить. Мама мне новости не смотрит. И когда мы ей сказали, что все, баста, нельзя, то она была в шоке и понять не могла, что, как, почему. Маленькая сейчас тоже к этой мысли привыкает. Странный.